Я не хотел бы, чтобы в средствах массовой информации персональные данные и частная личная жизнь каким-то образом комментировались. Дмитрий Солдатов требует закрыть процесс. Бывший замглавы администрации Первоуральска пытается восстановиться в должности. Экс-чиновник был уволен после земельного скандала. Как выяснила прокуратура, он был замешан в незаконном выделении участков своим родственникам. Тем не менее, Дмитрий Солдатов с этим не согласен и намерен вернуться к власти. Судья решает выслушать его аргументы без представителей СМИ. Зачем закончилось первое заседание? Давайте пока без комментариев. То есть вы комментировать ситуацию не будете? Нет, не буду. Удалить СМИ потребовал и бывший начальник отдела по управлению земельными ресурсами Сергей Цуканов. Он, как выяснила прокуратура, тоже замешан в махинациях с землей. Только после процесса он в более благодушном настроении, чем экс-коллега. Что нет? Нет, почему? А зачем? По словам сотрудников прокуратуры, в мэрии против, чтобы экс-чиновники восстанавливались в должности. Хотя, когда о факте коррупции узнали в администрации, там провели свою проверку и никаких нарушений не нашли. И уже после того, как надзорное ведомство обратилось в суд, нескольким чиновникам был объявлен выговор, а Дмитрий Солдатов и Сергей Цуканов уволены. Сейчас они пытаются вернуться к власти через суд. Истцы не согласны с тем, что в их действиях был конфликт интересов. Все этот момент данными лицами опровергается, то есть отрицается. А так это или нет, тоже установит непосредственно судья при вынесении решения. Скорее всего, конечно, если будет положительное ли решение, конечно, оно будет оспорено с Свердловским областным судьей. Сегодня прошло только предварительное заседание, основное назначено на понедельник. Там будет вынесено окончательное решение, вернутся ли экс-чиновники в администрацию или нет. Александра Подубная, Сергей Шемит, НТР-ТВ.